Когда заканчивается лето, дачники возвращаются в город. Вот только о животных, которых они приручили, почему-то забывают. Никому не нужные коты и собаки остаются в полном одиночестве, и часто умирают от голода и холодов. Анна рассказала о несчастном коте, которого тоже бросили умирать на даче. Когда девушка впервые увидела питомца, она не поленилась написать в чат, где собрались все дачники, и поинтересоваться, кто оставил животное, но никто не признался в содеянном. Кот был голоден до такой степени, что с жадностью уплетал черствый хлеб. Аня понимала, что Мурлыка еще недавно был домашним, но его оставили умирать голодной смертью. Один из его нижних клыков был сломан, а верхний сильно искривлен. И травму бедняга явно получил от человека. Семья девушки тоже планировала уезжать в город. Кот, словно почувствовав, что вот-вот лишится последнего шанса спастись, побежал за машиной, громко мяукая. Девушка не выдержала и взяла кота с собой. Сейчас он счастливо живет с ней.